как едят оливье? Мама. Хороший оливье получился. Младший ребенок. Фу, там горошек. Средний ребенок. Старший ребенок. А крабы вы делали? Несите. Папа. Бабушка. Вот и какая тварь в оливье ананас добавила. Как едят суп в семье? Мама. Старший ребенок. Средний ребенок. Мама, я поела. Младший. Фу. Окей. Папа. Как едят в семье вермишель быстрого приготовления? Старший ребенок. Папа. Средний ребенок. Мама. Фу! Младший. Как в семье едят суп? Мама. Старший ребенок. Средний ребенок. Мам, а я поела. Младший. Фу! Папа. Как едят арбуз дети? Мама. Как мед сладкий. Гурманы. Студенты. Слушай, а накачать арбуз водкой была отличная идея. Особенные. Не знаю. Я вообще-то больше дынь люблю. Фанаты Гарри Поттера. Арбуза пожиратос. Типу людей, когда заходят в туалет. Младший ребенок. Мама. Ой, да что я там не видела? Давай быстрее, мне унитаз мыть надо. Папа. О, пардон, мадам. Средний ребенок. Ма, отдашь денег? Кот. Старший ребенок. Ну что, закрываться сложно? Боже. Как пьют пиво? Младший ребенок. Фу, горькое. А можно мне пенку? Средний ребенок. Ну все, я в говно. Старший ребенок. Что? А, ну да, тебе же уже можно. Папа. Ну. Как гладят одежду? Мама. Старший ребенок. Средний ребенок. Младший ребенок.
папа. Как втыкает в зарядку мама, папа, младший ребенок, средний ребенок, старший ребенок. Как чистят зубы мама, младший ребенок, средний, старший. Папа, бабушка. Как режут хлеб в семье? Мама, папа, младший ребенок, старший. Как моют посуду в семье? Мама, старший ребенок, младший ребенок, бабушка. Ой, не надо мне ваших этих моющих. Там химия одна. Раньше без них как-то обходились. Папа. Так, тарелку мою не мойте. Я из нее еще потом поем. Как моют посуду в семье? Мама. Старший ребенок. Бабушка. Не надо мне ваших моющих. Там вообще химия одна. Как-то без этого раньше и обходились. Младший ребенок. Папа. Тарелку мою не мойте. Я из нее потом еще поем. Как едят спагетти? Мама. Младший ребенок. Средний ребенок. Старший ребенок. Папа.